По данным синоптиков, в ближайшие дни температура воздуха будет стабильной. Прямо сейчас расскажу подробнее. На Южном Урале малооблачно, без осадков, о температуре в городах. В Сатке, Златоусте и Верхнем Уфале плюс 11, в Магнитогорске плюс 15, в Троицке, Южноуральске и Карталах плюс 16. Температура воздуха в Челябинске в ночные часы. В воскресенье плюс 6, в понедельник плюс 3, во вторник плюс 5. А в дневные часы в воскресенье плюс 12, в понедельник и вторник плюс 15. На этом все. Берегите себя и своих близких. До встречи на 31-м.